попал в секцию вольной борьбы к тренеру Мурату Ахтему Зимовичу. И отдельная благодарность моему первому тренеру, ну и единственному тренеру. И мы ходили просто побаловаться куда-то энергию свою, как бы. Уже после соревнований первых моих я уже понял, что да, это вот оно, и вот для чего мы сюда ходим. Были городские соревнования, первенство города Симферополя среди юниоров. Я занял второе место, и вот это, наверное, простимулировало, чтобы потом быть первым. Тренером быть я как бы сильно особо не стремился никогда. Я знал, какой это тяжелый труд, потому что когда ты выступаешь один на соревнованиях, ты как бы, ну, есть какое-то волнение, переживание, но только за себя самого. Но так как когда борются твои ученики, там около 10, ты переживаешь за 10 человек, и я сейчас понимаю своего тренера, который отдавал колоссальные силы в плане энергии. Мой тренер Амит Ага очень хорошо тренирует и хочет, чтобы мы все стали чемпионами. Мы не только боремся, но и разговариваем, общаемся.